это значит, что не надо никуда мчаться, потому что я иначе на вас повисну, и вы будете меня просто катать. Да. Потому что я не буду за вами успевать просто. Да, бывает и такое, что очень, да, очень энергичные люди работают, да, они прямо там такие куда-то раз наметили, все, и почесали там, знаете, как. Сразу дыхания начинает не хватать. Конечно, конечно. Попадаются физкультурники, да? Такие физкультурники попадаются, учтите, я просто сяду на вас и поеду. Да. Поэтому вдох делай медленно. Чувствуете, что у вас начинается поверхностное дыхание? Поверхностное — это что значит? Вот такое вот, да? Что нужно сделать? Успокоиться. Прежде всего успокоиться как? Прекратить любую физическую активность. Да, любую физическую активность. Вы просто замерли где-то. Вот легли на дно, все, показали инструктору: стоп, хочу восстановить дыхание. Вот такой же. Все, немножко полежали.